Спасибо, достаточно. Вот ваши инструменты, магнитофон. Спасибо, Снежана 5-го разряда. Ну, вы тогда визитку возьмите и звоните напрямую. Так, хорошо. Скажите, пожалуйста, а вы муж только на час или какие-то варианты? Можно продлить, можно на сутки. Пошла вон! Только неудобно, дико неудобно перед человеком. Человек хотел доброе дело сделать. Пускай шурует отсюда, пока я злое дело не сделала. Вот ненавидишь ты людей, ненавидишь людей. Вернулась. Видимо, не допенила тебе там что-то. Сейчас ей саму себя придется ремонтировать. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, а можно поинтересоваться, вы кто? Няня, сиделка для ребенка. Это моя заявочка, Слава, да.